Добро пожаловать на просмотр нового видео, и сегодня будет крутая РПшка по Мотор-Депо. Сейчас я стою в деревне Осола, на такой вот Ниве, вот у нас тут осень, и сегодня мы на этой Ниве поедем кататься по бездорожью. Она без каких-либо улучшений, обычная белая Нива. Итак, давайте сейчас в нее уже сядем и поедем, собственно, покорять кучи на карьере. И, в общем, вы все увидите. Так, давайте садимся и поехали. Поедем мы не стандартным путем, не по дороге, а вдоль берега реки. Вот сейчас я вам покажу по карте, как мы будем ехать. Сейчас я ее открою. И вот данный маршрут, по которому мы сегодня поедем. Мы не будем заезжать ни на какую дорогу. Все, будем ехать по бездорожью. Итак, все, давайте поехали. Будем ехать, вот как говорю, уже вдоль берега реки и по окраине леса. Так, давайте сейчас аккуратно будем ехать. Не более 80 км в час, потому что там могут ходить люди. Это, в принципе, короткая прямая дорога до Серпова, до самого города. Вот у нас тут река, как видите, берег такой. Ну и вот так вот на Ниве едем. Мы могли бы по дороге ехать, но это не так уж и интересно. К тому же у нас Нива, а на ней можно ездить где захочешь. Так, у нас тут такая полоса резко между зеленой травой и рыжей травой. Вот так вот это все изнутри выглядит. Под наклоном едем, но Ниве вообще все равно. Это будет первое препятствие, самое легкое. Потом пойдут кучи вот на карьере песчаные. И уже самое интересное, будем переезжать небольшое озерцо. Вдоль самого озерца, прямо под мостом. Выдержит ли это Нива? Пишите в комментариях. Вот. И смотрите до конца видео, а потом вы узнаете, были ли вы правы или нет. Утонула ли Нива там, или застряла, или же все же смогла выехать. Итак, мы уже проехали половину маршрута. Вот, первое препятствие практически преодолели. Так, сейчас выезжаем ближе к деревьям, потому что начинается вот такой вот резкий обрыв. Чтоб туда мы не опрокинулись, не улетели. Сейчас так вот доедем, вот как видите. Так что мы едем сейчас. Все, уже подъезжаем к карьеру, вот видны уже кучи. Едем не более 80 км в час, как я уже говорил. Так, ну и давайте уже съезжаем. Аккуратненько. Вот оффроуд, мотор-депо, тему я придумал. Прикольно, думаю, вам понравится. Такое я на ютубе еще ни разу не видел. Так, ну и давайте сейчас будем уже заезжать на эти кучи. Нужно будет ехать аккуратно. Так, у нас тут тоже все река идет. Вот тут вот, как знаете, карьер из моих РПшек. Мы тут песком загружались. Так, ну и давайте сейчас будем пробовать заехать. Куча, как видите, высокая. Угол чуть ли не 90 градусов. И, ну, Нива с ним с легкостью справляется. Так, давайте аккуратно бампером стукнулись. Аккуратно бампером стукнулись. Так, ну, вроде бы все нормально. Ничего не произошло. Так. Такая у нас Нива. Спортивная. Опять стукнулись бампером. Но на удивление все целое. Это же Нива, так. Давайте сейчас аккуратненько съезжаем. Так, все хорошо. Пока что Нива вообще идет. Больше половины уже прошли. И вот две кучи осталось только. Вот как это выглядит изнутри. Ниве тут что-то тяжело ехать. Так, и вот здесь самый сложный момент. Так, здесь Нива застревает. Вот ей очень тяжело ехать, и она начинает скатываться. У нее колеса прокручиваются, и все. Так, ну. Она справляется, и мы благополучно, так, сейчас едем, благополучно преодолели второе препятствие. Пока что все идет легко. Так, ну Нива у нас, по сути, сейчас должна быть вся в песке. Мы выехали целые невредимы. Итак, и сейчас мы поедем к самому крутому препятствию в сегодняшнем видео. Это небольшое озеро. Так, ну сейчас придется выехать ненадолго на дорогу. Вот здесь у нас все в листьях, в траве, только откуда здесь листья. Так, вот
единственный участок дороги, по которому мы сегодня поедем, чтобы проехать к тому озеру. Так вот это все так прикольно выглядит. Ну и давайте поворачиваем. Так, не знаю, зачем включил поворотник. Все равно здесь никого нет. Даже разметки. И вот, как видите, это само озеро. Вот в городе Серпове мы уже тут. Из деревни Осовы мы уже выехали давно. Вот. Как видите, этот мост. И мы сейчас поедем вдоль. Так, давайте. Ставьте видео на стоп. Пишите в комментариях, проедет или нет Нива. И в конце видео мы это узнаем. Так, ну и давайте. Сейчас сделаю такую камеру. Но здесь камера почему-то ушла под воду. Сейчас будет не очень реалистичен, тогда. Вот, не вот так вот зашла, конечно, не хватает брызг. Так, и она замедлилась заметно. И сейчас мы едем между этими столбами. Весь салон сырой. Хорошо, что не лежит никаких вещей. Всю Ниву затопило полностью. Сами весь сырой сейчас, как бы это был реальный мир. Так, ну, Нива выезжает. Такой вот катерок у нас плывет здесь. Но Нива вообще машина-зверь. Только так едет. Так, и все, мы выезжаем благополучно. Конечно, сейчас всю Ниву придется сушить изнутри. Но Нива, конечно, вообще прошла. Смотрел видео в реальном мире. Они так удачно не проходят, но все же проходят. А тут мы прям на изи вообще пришли. Так, ну и давайте сейчас выйдем. И будем подводить итоги. Ну, в принципе, какие итоги? И так все понятно, что Нива в Motor Depot это просто топ-машина. Здесь все у нас мокро должно быть. Назад даже покатились. Так, Ниве что-то тяжело в горку заезжать. Надеюсь, мы ее не убили в этом видео. Так вот здесь все прикольно выглядит. Красивый кадр, можно делать скриншот. Так, давайте выйдем. Ну что ж, вот такая вот оффроуд серия получилась. Я планирую даже устроить соревнования по такому виду спорта в Motor Depot. Чтобы несколько игроков ехали вот по этим кучам, по всем препятствиям. Кто-нибудь да застрял бы или опрокинулся. В общем, думаю, это неплохая идея, стоит заморочиться. Пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео, как вам идея. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать уведомления с новыми видео. И всем пока!